Итак, добро пожаловать в игровую комнату. Перестань, ты меня пугаешь. Га. И мы продолжаем играть в наследство Каина. The Legacy of Cain, да. Он жив? Офигеть. Чё-то недалеко кинул. И только сейчас погиб. Наследство Каина. Кровавый приход. Ну, не понос, а именно приход кровавый. И вот мы проникли в крепость, чтобы найти Уму. Одну из... чё, блин? Тут улучшение же этого оружия. У меня нету оружия. После загрузки оно пропадает, как бы. Ну ладно, надо найти Уму. Поэтому... По рассказам этого нашего союзника, тоже какого-то вампира, тут есть и сам лорд Сарафан. Хрен его знает, что это за Сарафан. Но если он меня спалит, ага. Так. Если он меня спалит, здоровенный. Если он меня спалит, надо сразу бежать. Стоп. Потому что он все еще сильнее меня. Ну, Каина. Эй, ты, что случилось? Я видела стражников, бегущих по лестнице. Я не знаю, леди. Сходи, узнай. Это что, огонь? На нас напали? Может быть, стоит дождаться кого-нибудь, кто нам все расскажет? Ты слышал, что я сказала? Ты знаешь, кто я? Леди, может, я лучше провожу вас до гарнизона? Наверняка они смогут вам все объяснить. Что ж, хорошо. Так, ну вот это вот махина, блин. Мясомолочная махина. Мое сердце! Больше похоже на тефтельку. Мужик потерял тефтельку. Да. Эй, мужик. Алло, пс. У меня тут кое-что есть для тебя. Эй, пс. И ты? Здесь не проходил кто-нибудь незнакомый тебе? Нет, никто не проходил. Будь начеку. Похоже, у нас незваный гость. Конечно, сэр. Можете на меня положиться. Мой дед служил в охране. Вы не знали? Пока он не потерял ногу. Может быть, вы слышали эту историю? Кто-то закрыл ворота, а он стоял под ними, но никто не знал об этом. Просто смотри в оба. Да, сэр. Конечно, сэр. С кем он, блин, общался-то? Да ты офигел, что ли? Все, сдох. С кем он вообще говорил? Совсем с ума сошел парень на работе. Походу они тут понемногу с ума сходят. Вообще крышей. Кукухой. Кукухой это немного двинулись. Так. Видите, там еще второй этаж есть, но мне на второй этаж не добраться. Тут щит стоит. Здесь у нас тоже щит, да? Я не понял, мне что, надо было под контроль взять кого-то тут, которые стояли? Мне сейчас, получается, перезагружаться надо? Вот. Где я? Кто я? Не понял.
Так, значит, надо сюда вот вернуться. Ага, вот рычажок есть. Тут еще подъем какой-то есть. Прыжки, понятно. Все готово. Только у офицера спросим. Офицер! А не, он далеко отошел. У кого-то явно гордыня прям взыграла. Я победил самого Кайна. Надеюсь, у Кайна сейчас крышу не снесет. Ого, бежит, бежит. Я-то думал, он распал полами. Ну, тоже ничего так прикольно. Там голова лежала. Нормально с них, как я так понял, вот как из того ящика. По две штучки выпадают. Кстати, подождите. А, вернуться нельзя, улучшить оружие. Ну, точнее, бустануть на время его. Простите, сэр, но я вампир, и мне нужна кровь. Ну, походу, тут надо где-то рычаг открыть. Точнее, на рычаг нажать, чтобы открыть. Приветствую тебя, вампир. О, вы меня с кем-то перепутали, мадам. Не трать мое время зря. Я знаю, кто ты такой. Я работаю на сопротивление. Я слушаю вас. Женщину, которую ты ищешь, держат в одной из верхних башен. Ясно. Как мне туда добраться? Не торопись. Сначала тебе нужно пройти через защитные врата. Я могу их открыть. Так открой же их. Всему свое время. Сначала выполни одно мое поручение. Какое? Сегодня в крепость приехал с визитом один аристократ. Ты должен его убить. И после этого ты откроешь врата. Ты что, держишь меня за идиота? Открывай! Поверь мне, он предатель. Его нужно убить. Он нанес сопротивлению непоправимый ущерб. Я что, похож на наемного убийцу? Я не открою защитные врата до тех пор, пока он не будет убит. Его зовут Артемис. Ты узнаешь его по синему плащу. Когда его лживые речи умолкнут навсегда, я открою врата. Но не раньше. Ты сделаешь это? Да куда уже Похоже, деваться? У меня нет выбора. Найди и убей его, Каин. Вырви его жестокое сердце. Да, затем все понятно. Возвращайся ко мне. Ты, блин, интриганка сраная. Ну, я с двоих вряд ли замочу. Привет, ребята! Куда он пропал? Куда я пропал? Точнее, для проницательного взора даже жалко. А, блин. Жалко. Вы этого артиста арестовали? Жалко, не распополамил его. Ну, нету такой анимации. Thank you.
Угу, а теперь кто смеется? Куда он пропал? Да подключись. Иди сюда! Иди сюда! Куда он пропал? Да здесь, я здесь. Парень, куда ты бежишь? Все окей, все под контролем. Не надо бояться. Я добрый. Я пушистый. Вот и все. Не больно было, да? Блин, столько крови в них высасываешь. Так, не понял. Да не, одинаковые они. Ну да, тут других вариантов. Ну я его замочил, давай, открывай. Ну какая хитрая, сразу убегает. А, значит, я прям сейчас зарежу. Ж, блин. Так и хотелось бы ее прорезать. Опа. Так, я не понял. Мадам, вы... Кто ты такой? Пришло время умереть! Отведай моего клинка! Да-да-да, размахивай свои. Все, сдох. Они быстро передвигаются, не всегда успеваешь вот этот... Ну, не то, чтобы под контроль их взять, а чтобы дезориентировать этой способностью. Потому что она важная была. Да без разницы. Мужичок, мужичок, да не убегай ты. Что ты такие звуки издаешь? Все в порядке с тобой. Харе прикидываться. А, нет, лифт. Супер современный лифт. Ах ты ж. Он как раз. Да чтоб тебя. Да вы издеваетесь, что ли?
Пришло время умереть! Пожалуйста, не трогай! Так, секунду, подожди, мужик, я высосу кровь у него. Иди сюда! Да, дезориентировать можно их. Ну, если ты сможешь где-то занычковаться на позиции, чтобы их дезориентировать. А так этот чувак вообще, блин, какой-то лютый попался. Так, его оружие нельзя подобрать, потому что оно в текстуры, за текстуры упало. Понятненько. Да, тут этот был мужичок. А тут лестница. Ну, чисто чтобы оружие взять. А, тут тоже оружие в текстуру упало. Ладно. Нет, тут еще где-то было. Вот это вампирская скорость. Просто чуть-чуть можно было побыстрее бы сделать. Так, я не понял. Тут нету солдата. Странно. А, он с той стороны, наверное. А, все, готов. Я всего лишь, как оно там, добрый сосед-вампир. Доброжелательный сосед-вампир. Так, подожди. Сэр, подождите, вы мне еще понадобитесь. Итак, что тут у нас? Ох ты ж, ядрить. 6. Тануна. Что, новая способность? Присесть? Вот там даже капитан есть, смотрите. Вон, видите, справа. Капитаниссимус. А, там их 2 капитана. Ну, что-то типа капитана. Или сержант. Сержантаниссимус. Да, один остался. М-м-м.
мне вниз или наверх? Ага, сразу убил. То есть урон тут не маленький. А, тут заблокировано. О, если отсюда, во. Тоже далековато. Сейчас еще раз подойдет. Потому что прыжок на самом деле немало, ну, дэмэджа наносит. Как это я промахнулся? А, там чуть-чуть расстояние маленькое. Да, чтоб тебя. Быстро ты бегаешь, гнида. Не. Все, готов. Видите? Бесконтактный бой. Ну, почти бесконтактный. Бегай, прыгай. И, видите, три удара и готов. Оно на низ перекат. Оу. И тревогу. А их много там будет? Готов. Отдавай мне всю свою кровь. Так, ну тут барьер, все, тут не пройти. Нет, там на низу нет ящика. Нет, я на низу не вижу никаких ящиков. Тут только один, я так понял, да? Слуга какой-то. Так, во. Да. Иди сюда. Ж, гнида. Да чтоб тебе. Ладно.
Это что, блокирует? И топор ломается. Ну, наверх-то он не заберется, да? Что, забраться ты не можешь? А если я отойду вот так, скроюсь? Ага, испугался его, да? Хорошо. Ну, один на один более-менее можно с этими всеми способностями драться. Но вот если будет толпа, понятное дело, меня раскатать могут. Если только там реально какие-то еще более такие способности, например, сильный удар. Надо вот здесь вот открыть, походу. Ну да. А, простите меня, сэр, вам нельзя здесь находиться. Видите ли, мы думаем, что в помещении находится вампир. Да ты что? Заперли все двери, а наверху повсюду странные пятна. Кровавая тварь, похоже, решила там пообедать. Я лучше вернусь вниз. Так, а это что такое? Суп? Но там что-то лежит. Люк, что ли? А, кинжал. Так, и что он делает? Решетку открывает, что ли? Ага. Решетка ненадолго открывается. Я понял. Тайминг. Да блин, ну чуть-чуть на лестницу, на ступеньку. Еле-еле наступил и все. Все мои торговцы ожидают оплаты. Я не понимаю причины задержки. Вы должны заплатить. Мы больше не будем платить. Но наше соглашение... Условия изменились. Действие нашего соглашения приостановлено. Но я уже привез товары. Я не могу отправить их обратно. Вот что, выбрось их в море. Выбросить? Они нам не понадобятся. Но мой контракт. Я пойду к вашему руководству. Я предлагаю тебе смириться с этой потерей и заткнуться. Я пожалуюсь консулу. Я это так просто не оставлю. По приказу лорда Серафан ты не сделаешь этого. Стойте. Что вы делаете? Не-не-не, лучше сначала прыжок сделать. Какого? Так, вот там что-то красное только что было. Ну, шикарно.
Пришло время Иди сюда! Умри, тварь! Пришло время умереть! Все, готов. А, я не до конца, надо зажать все же. Да, неудобненько. Ну, я уже близко. Он тут сзади, походу, в книжных полках. А, нет, снизу в книжных полках. А, его распополамило, пацаны. И девушки. Его разрезало. Черт. Бедняга. Наружу. А что тут наверху? Ага, не зря пошел. Синий-красный. Думал синий, который 5 дает. Нет, 3. Ну, тоже неплохо. Так, уже скоро улучшение. Так, а тут что? Тупик. А, тут просто башка. Ну и еще один ящик. Хорошо, очень хорошо. Опа, хорош. О, да чтоб тебя, опасный гнида. Блин, мне надо меч взять. Да что? Стоп тебе, он, да, забываю, что он как раз таки хорошо уворачивается от этих. Тут, походу, открывает дверь. Угу, какая-то битва будет. Босс-файт? На нижних этажах найдены трупы. Я хочу, чтобы ты патрулировал внутренний Центурион. Да, сэр. Я сам буду охранять камеру. Выполняй. Просто куча, куча крови по пути. Тут тумана нет. И он может еще и увернуться. На обратном пути. А во-во.
Давай, да, беги ко мне. Готовься к смерти! Да чтоб тебе, там дистанция, забываю про нее. Что ты такое? Гнида, блин. А, у него светится, блин. Да, светится. Центурион сраный, блин. Ну, тактика тут простая. Налет. Готов? Да не, живучий какой. Ну все, больше нет Центуриона. Ух, двуручный меч. И должен хп, там сейчас Каин как кайфанет. Хорош. Только не заполнен, блин, какая подстава, ребята. Тупо чуть-чуть не хватило вот еще одного какого-нибудь убить, левел ап. А потом этого высосать и получил бы как раз где-то, наверное, как вот те вот сундучки 3. Ну, 3, а может даже 5, я думаю, можно было получить. А так, видите, левел ап и ничего, ну, много не дали. Вот она. Удина. Оу май. С аниме глазами. Раскрыл так глаз. Я думала, никто не станет рисковать, спасая меня. Ты либо храбр... Либо глуп. Либо я хочу помацать. Я не отступаю перед тобой. Опа, зеленое что-то. Неподалеку должен быть рычаг, отвечающий за подачу энергии этому барьеру. Найди. Окей. Что ты узнала в промышленном районе? Скажи мне на тот случай, если я не смогу тебя освободить. Сказать сейчас, прежде чем я освобождена? Что бы ты сделал на моем месте? Я бы доверился своему спасителю. Эта информация только для вора Дора. Неужели я еще не завоевал твое доверие? Ты меня еще не спас. Так, я тебя точно изнасилую. Как только открою двери, не буду тебя сразу развязывать. А сначала изнасилую, а потом развяжу. Морально изнасилую. Так, я так понял, блин, надо опять что ли отключить вот это вот. Но тогда и тут барьер будет. Ай, блин. Хотел глянуть. Но это, видите, внутрь идет. Что-то надо сделать, что ли? Да чтоб тебя, блин. Так, ну тут, видите, два их.
Это что такое за балка? А, это что-то вроде телескопа. Это можно двигать. Окей. Ты зачем такой потайной выход из комнаты? Непонятно. Типа, они врываются, а ты прям через это окошко вылетаешь. Прям такой, опа, видали, как я могу, Ну что ж, готово. Пустяки. О, как он ее там. Нам нужно выбраться. Не за талию ж бери. Как только я окажусь вне этих стен, я смогу прочитать заклинание и перенести нас в святилище. За ручку взялись, опа. Да-да-да, иди за мной. Нет! Наконец-то. Кто нарушил покой моей обители? Лорд Хренофан. О, он меч еще мой украл. Это ну, Кайна. Это тот самый меч. Похититель душ. Приз, который я выиграл так давно. Теперь в его руках. Кто здесь? Ты знаешь меня. Нет. Ты был полностью уничтожен, а твое имя забыто и кануло в лету. Все твои мечты были сожжены и обратились в прах. Эти слова станут твоей эпитафией. Ты смеешь мечтать о моей смерти. Эту глупую надежду я очень давно утопил в твоей крови, а ты так ничему и не научился. Мне тебя даже немного жаль. Ты вновь осмелишься бросить мне вызов. Умри, демон! Нет, Кайн! Твой проигрыш неизбежен. Сколько раз я должен объяснять тебе эту простую истину? Он слишком силен для тебя, Кайн. С похитителем душ он легко убьет нас обоих. Сейчас мы должны отступить. Сражаться будем да потом. Да они делают руками. Отпусти меня. Эта тварь моя. Я твоя судьба, Кайн. Сейчас и всегда. Рано или поздно ты сам придешь ко мне за своей смертью. Что-то она там тихо, наверное, читала шепотом. Валить, валить, валить отсюда. Надо валить отсюда. Быстро, быстро. Телепортация. Вали. Ума, ты жива. Каин, я благодарен тебе. Я следую приказам, пока они меня устраивают. Мы встретили лорда Сарафан. Он был там? Он несколько сильнее, чем я ожидал. И у него похититель душ. Странно, что ты не сказал мне об этом раньше. Я предупреждал, что ты еще не готов сразиться с ним. Нам повезло, что мы смогли сбежать. Вородор, я должна поговорить с тобой. Я знаю, у тебя есть важная информация. Расскажи. Я была в самом сердце главной фабрики в промышленном районе. Прежде чем стража схватила меня, я обнаружила огромный зал, в котором был магический портал. Охренеть! Портал ведет в странное место. Я никогда его прежде не видела. И этот портал был открыт силой всего одного камня, стоящего на пьедестале. Вородор, я думаю, это связующий камень. Связующий камень? Ну, конечно. Вообще непонятно, да, вот Кайн, я тоже не могу понять. Это предмет, наделенный огромной силой. Он может искривлять время и пространство, создавая проход в любое место в Носготе. Я не знаю, зачем лорд Серафан использует его в промышленном районе, но нам бы он очень пригодился. Для чего? Тот, кто владеет камнем, неуязвим для похитителя душ. А если это всего лишь легенда, которая окажется ложью в роковой момент? О нет, это вовсе не легенда. Этот камень был у лорда Серафан, когда он победил тебя 200 лет назад. Что? А как иначе он смог противостоять мощи похитителя душ? Ты не смог использовать силу клинка, поэтому он тебя победил. Я найду этот камень и с его помощью убью лорда, но знай... Когда я получу меч обратно,
Он будет принадлежать только мне. Это понятно? Ты посвящаешь себя борьбе с лордом Серафан. Пути назад нет. Я был обречен на это с того момента, как ты меня воскресил. Меня ничто не остановит. Пусть будет так. Воспользуйся подземкой, чтобы добраться до промышленного района, который находится в северо-восточной части города. Я думаю, дальше ты справишься сам. Ума! Как только доберешься до района, найди здание главной фабрики. Камень хранится там. Я вернусь со связующим камнем и головой лорда Серафан. Ох уж эти диалоги. Я бить, воровать камень, а потом бить его башка и отбирать мой меч. Я покинул относительно безопасное убежище. Охотники на вампиров. Наверное. Промышленные или наемники просто. На самом деле авантюристы. Большой крепости. Вместо того, чтобы брать ее штурмом, я решил поискать другой. Какой? Сталкером заделаться? Окей, все, вот глава новая началась, можно на этом закончить и продолжить в следующей серии. Одну только секундочку, блин, тут сейф есть? Ну почему-то сейва не вижу. Никогда не видел такого количества стражников. Я видела двух этих уродов вчера и трех сегодня. Мам, нужно у меня кошки по всему телу. Они вообще разговаривают? Я еще никогда не слышала, почему их стало так много. Так, я не знаю, можно тут сохраниться или нет. Район. Отлично. Отлично. Все, ребята, спасибо за просмотр. До следующих встреч в игровой комнате и на просторах игрового Носгота. Игровой комнаты, которая находится сейчас в мире Носгота. Все, спасибо и до следующих встреч. Пока.